Капштайн доказал такое свойство делимости биномиальных коэффициентов. Если p – простое число больше или равное 5, то число сочетаний из pn по pm минус число сочетаний из n по m делится на p в кубе. Но для этого нам нужна уже известная нам лемма, что когда складывали числа 1, 1, 2 и так далее, 1, минус 1, числитель обязательно делится на p квадрат. И, собственно говоря, именно в этом месте получается, что p больше или равно 5 нам нужно, потому что если взять тройку, то 1 плюс 1 вторая – это 3 вторых, а 3 на 9 не делится. Вот. Доказать это очень легко, просто воспользовавшись известной формулой для биномиальных коэффициентов. Для того, чтобы ее записать в нужном нам виде, давайте введем такое значение. F от x. Это 1 плюс px умножить на 2 плюс px умножить на 3 плюс px и так далее умножить на p минус 1 плюс px. Ну, смотрите, значит, число сочетания – это факториал числа pn, а он здесь вот так написан. F от 0 – это 1 на 2 и так далее на p минус 1 умножить на p умножить на f от 1. Это 1 плюс p, 2 плюс p и так далее, p минус 1 плюс p умножить на 2p. Ну и так далее. Вверху написано np факториал. Точно таким же образом внизу написано mp факториал, а здесь n минус mp факториал. Понимаете, смотрим. Вот эти вот множители p, 2, p, 3, p и так далее, np. И внизу p и так далее, mp, p, 2, p и так далее, n минус mp. Обладает понятным свойством. Все p можно уничтожить. Потому что их вверху n штук, а внизу их m плюс n минус m штук. И когда вы посмотрите на оставшиеся 1, 2 и так далее n, а внизу 1 и так далее m, 1 и так далее n минус m, это как раз и будет число сочетания. Поэтому мы можем оставить только вот эти вот f и вынести число сочетания из n по m за скобку. Заметьте, вверху, мы сейчас тоже докажем, сравнение даже по модулю p в пятой степени. Число сочетания из p квадрат по p сравнимо с числом p по модулю p в пятой. Да, так вот, вынесли число сочетания из n по m. Здесь получили вот эти самые f. Вспомним, что такое f у нас по определению. И подумаем, как раскрываем скобки, если все-все-все-все эти скобки перемножаем. Смотрите, если мы берем отовсюду только числа, а px не берем, то это получается p минус 1 факториал. Это понятно. Теперь из одной скобки возьмем px, а из других возьмем числа. Тогда px вот здесь написано. А что такое из всех скобок, кроме одной, взять числа? Это значит p минус 1 факториал умножить на 1 плюс 1 вторая, 1 p минус 1. Ну, как-то, пусть px мы отсюда взяли, тогда это будет 2 на 3 и так далее на p минус 1. То есть, другими словами, это p минус 1 факториал разделить на 1. Когда мы отсюда взяли, то это будет 1 умножить на 3 и так далее на p минус 1. То есть, p минус 1 факториал разделить на 2. Ну, и так далее. Вот. Еще можно взять из двух скобок px, а из оставшихся чисел. Да, из трех скобок не стоит, потому что у нас по модулю p в кубе, а px на px на px делится на p в кубе. Ну, замечательно. Смотрим, что у нас здесь. У нас здесь получается p в квадрате x в квадрате умножить на p минус 1 факториал умножить на сумму выражений. Вот когда мы из двух скобок, из k и из n берем, то получается, что надо p минус 1 факториал разделить на k. Так вот, мы уже знаем, это здесь сформулированными дилеммами, что вот эта скобка просто делится на p квадрат. Ну, соответственно, просто умножение на p делится на p в кубе. Если мы сейчас объяснимся, почему вот это делится на p, то вместе с p квадрат получится делимость на p в кубе. Все получится. Итак, сумма чисел бит единиц разделить на k. Это совсем просто. У нас k и l пробегают все пары несравнимых между собой, не нулевых вычетов по модулю p. Если мы изменим индекс суммирования, то есть вместо k напишем ak, вместо l напишем al, для какого-то числа a
от единицы до p минус единицы, ну, там, в качестве можно взять двойку, любое число, которое больше единицы и меньше p минус единицы, то вот эти ak и al точно так же пробегут все пары разных остатков. И значит, по модулю p у нас s сравнимо с s, деленным на a квадрат. То есть a квадрат s сравнимо с s, то есть a квадрат минус 1 умножить на s делится на p. Значит, s делится на p. Так, теперь как доказывать утверждение Шварца? Ну, в принципе, можно воспользоваться тем, что мы уже написали. То есть вот сюда подставить вместо m p, вместо m единицу, и у нас что-то такое получится. Но это не самый быстрый способ, потому что, понимаете, здесь придется немножко разбираться и выяснять, как связаны между собой вот эта сумма и эта. И, в общем, писанина будет довольно много. Нет, это можно сделать, но можно быстрее. Явным образом просто расписываем, что такое число сочетания с p квадрат по p. Это p квадрат умножить на p квадрат минус 1, умножить на p квадрат минус p минус 1, разделить на p квадрат, да? И вот, ну, число сочетания с p единицы — это просто p. И смотрите, что можно сделать. Вынести, ну, здесь p сократить просто, вынести p, деленное на p минус 1 факториал, а вот эти множители расписать не как p квадрат минус 1, а как 1 минус p квадрат, 2 минус p квадрат, p минус 1. Их же здесь у нас p минус 1 штук, то есть четное число. Каждый можно поменять знак. Вот, ну и здесь, естественно, к общему знаменателю приводим, здесь будет p минус 1 факториал. Так, и теперь опять говорим про то, как раскрывают скобки. Если вы из всех скобок берете не p квадрат, а эти числа, то получается в точности p минус 1 факториал, ну, вычитается, получается 0. Если вы из каких-то двух или больше скобок берете p квадрат, то уже будет делиться на p в четвертой, и вместе с этим p как раз даст делимость на p в пятой. Осталось последнее. Когда вы из одной скобки берете p квадрат, а из остальных чисел. Но, смотрите, это же у нас как раз получается, вот если из одной скобки берешь p квадрат, у нас получается та самая сумма, которая вот здесь выписывалась. P минус 1 факториал умножить на 1 плюс 1 вторая и так далее, 1 плюс 1 первая. А мы понимаем, p квадрат мы взяли, сумма 1 плюс 1 вторая плюс 1 p минус 1 делится на p квадрат. Значит, уже будет делимость на p в четвертой, да и p будет делимость на p в пятой. Все. Вот, заметьте, я сумел, собственно, даже формулу практически не писать. И такое вот замечательное сравнение доказать. Вообще есть еще очень много разных сравнений.